Да, детка, носко! Ага. Ребята, здорово! С вами Витёк, и это игра, ну, которую, наверное, нужно было снять еще год назад, ну, когда она еще вышла. Если честно, я даже не помню, когда она вышла. Это Ben and Ed. Это там, где что-то зомби, мальчик. Больше я ничего про нее не знаю, честно. Она прошла немножко мимо меня как-то, когда она вышла. То ли я в отпуске был, то ли как-то вообще не среагировал на нее. Потом в нее все поиграли, я так и не поиграл. Ну, как вот с Cuphead'ом было, да? Ну, только Cuphead пуканворобительная игра. Хотя это тоже, говорят, не очень простая. Ну, посмотрим. Посмотрим, ребят. Главное, что здесь можно угарнуть. Можно поприкалываться, поржать, побегать, поверещать и так далее и тому подобное. Поехали! Новая игра. Воу-воу-воу, фига себе, в космос улетел куда-то. Витёк, ты супер кричат. Да, снимаю все на стриме, вон там чатик есть. Можете почитывать периодически. Это Бен, он живет в отстойном мире. Однажды Бен нашел Эда, первого зомбака. Они стали друзьями. Ханс Шоумастер услышал про них. Он взял, он разлучил их, чтобы использовать для участия в величайшем игровом шоу, когда-либо созданном. Run Dead называется шоу. В общем, я чувствую, я играю за Эда, да, который бежит к Бену. Бэкстейдж. Ой. Чё это? А, опа, я в кровать. Не, я рядом с... Ух ты. Нормально я... Офига себе, я прыткий зомбак какой, оказывается. Хи-хи! Я могу бегать. Entrance, вход. А здесь что? Банки какие-то. Банки собирать, что ли, надо? Хорошо, будем собирать банки. А, shift медленно бежать. А, прыжок. Еще банки. Йоху! А что-то большая банка какая-то, нет? Нет. А, Ctrl присесть. Это совсем медленно бежать. Вход. Погоди, там вход, а здесь что? Там должны быть банки. Нет, больше банок нет, ребят. Слушай, я мог перепрыгнуть просто. Катиться. Е. Так, погоди. Правая кнопка. Оу. Нормально. Правой кнопкой я взял свою голову. Левой кнопкой мышки можно ее... А, я могу прям с головой бегать в руках. Супер, нужно кинуть свою голову вон туда. Упс, не попал, сорян. Все? Лежит. А, во, можно присоединиться, да? Уху! Вставай! Ес! Победа! Он я нажал. Это мне напомнило этот фильм-то. Там, где главное число всей жизни, это 42. Путеводитель по галактике. Там двери с таким же голосом открывать. Так, погоди. Кто это? Фига себе, манекен. Рандет туда, да? А чё, почему я не могу выйти? А, нужно Е найти, нажать. А где банки-то еще найти? Чекпоинт. А не громковато вообще, ребят, звучит все это дело, нет? Нажми Enter, чтобы респавнуться на чекпоинте. Хороший вариант. Витя, беги. Беги. Ох, сейчас что-то будет. Ей! Слушай, здесь еще где-то две пачки банок было, оказывается. Спрятали вообще неимоверно, как круто. Level complete. А, ух ты, а сколько здесь уровней всего? О, 23 уровня, вы ч... Ух ты! Нам открылся второй раунд, ребят. Let the show begin. Здесь
Смотри, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 человечков и 15 банок есть по всему уровню раскидано. Нифига себе, он большой уровень, видимо. А что за человечки такие? Курица. Загружается. О, музычка-то какая прошла, а? Нифига не видно, эй. У-ху! Хорош, наконец-то я что-то увидел. Как у нас громкость? Это я в золоте. Йоу, хорош или не я, да какая разница. Нам явно туда. Чекпоинт. Побежали. Ух ты, ууу, нифига себе. Че это? Какие-то мечи. Какие-то гигантские мечи. О, еще! Еще! А! Еще! А! Нет, я упал! Вы что, Габен, что ли? Нифига себе тут экшенчик! Экшончик, иншончик! Нет, не-не-не-не-не-не-не-не! О, нормально! А что это мечка подколола? А, он слишком высоко, я понял. Курица, привет! Молоток! Беги без оглядки! Направо! Влево! Куда? Опа! Банки все мои! Блин, черт! Там яма оказалась! Какой-то чувак с камерой едет, смотрит на меня прям. Ого! Здесь же нету гонки со временем, да? Я, может быть, лучше вот так вот поосторожненько буду проходить. А-а-а! Ну, пока все легко. Пока все элементарно. Ну, я думаю, потом будет сложнее. Оп! А! Ой! А! Ха-ха-ха! Чё-то я нервничаю больше, чем надо, по-моему. Сикир башка. Слушай, меня даже ни разу еще не порезало. Муа-ха-ха-ха-ха. Профессиональный игрок. Все банки мои. Так. Ух, ё-моё. Ой, а здесь опасно. А как это? Ё-моё, можно перепрыгивать же. Уху! Да, детка. Да, детка, наско... Давай, Ихтиандр, топи за наших. Вот так. Нормально. Так он на руках бежит, классно. Зато уворачиваться не надо, беги просто вперед. Чего нет-то, действительно. О, я все банки собрал, ребят. О, все, парень, я приехал. И... типа у меня его украли, да? Так это ж можно, получается, что? Взять просто голову, оторвать, бро... А, я человечка не собрал одного где-то. Ну ладно, можно голову оторвать, бросить или головой катиться через весь уровень. Нет, чё, нет? Так нельзя. Голову-то точно не порежет. Еее, левел комплит. Ну, забавный левел был. Третий. Какие-то мишени. Головой, что ли, кидаться надо? Поехали. Музон клевый. Мне нравится. Ух ты ж! О-о-о, у меня за спиной, видать, еще один, да, такой? Беги, Витя, беги! А! Боже! Я чё так обосрался? Ёлки-палки, опять мечи безразмерные! А! Чёрт, всё. А! Упс. О чем я и говорил, ребят. Башка рулит. Чекпоинт. Вот так вот сделаем. Побежали дальше. Что такой медленный-то? Нифига не видно. Что так мрачно-то?
Как они шоу-то снимают в такой темноте? Опа! Я нифига не понимаю, где... Куда мне... Я пускаюсь? Не понял. Что происходит? Или нужно было за тайм... за время... я понял, нужно было за время, за определенное пробежать этот отрезок, чтобы успеть перепрыгнуть выше. Вот оно чё! Беги, Витя, беги, нельзя стоять на месте! На месте не стоять, иначе мы не перепрыгнем на следующую зону! Все, заново. Ох, я чувствую, я бомбить буду с этой игры, ребят. Ой, я уже запах слышу. Запах бомбежки. Вы знаете, что такое запах бомбежки? Я тоже не знаю, но я его слышу. Запах бомбежки слышу. Надо же такое сказать. Ой-ой-ой. Черт, здесь надо было осторожно. Так, надо дождаться пролета этих молотков и бежать. Опа, я смог. Сейфти. Ага, оторвать голову. Бум. Победа. Где тут чекпоинт-то, господи? А я курицу укусил своей головой. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот это чекпоинт, да? Супер. Какая каверзная игра. Донат. Твой кокосичек? Это твой кокосичек. Кокосичек. Но здесь тоже все опускается. Здесь нельзя долго зависать на одном месте. Ёлки-палки, вставай, беги, беги, беги! Ну что ж ты? Надо было прыгнуть сверху на молоток, но скорее всего не сработало бы. Спасибо за донатище, кокосичек. Оу. Все, рестарт. Оказывается, если в меч сзади заходить, то он не режет. Я только что проверил. Давай, 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 беги, 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 беги. Опа! Тихо! Тихо, сиган! Что это такое внизу? А, это камерамен, да? Воу-воу-воу, донат! Тю! Хорош! Спасибо! Кто бы ты ни был, комар! Комар, как тебя, я не знаю. О, как я это сделал? Можно перекатываться. Ребята, я только что нашел перекаты. Неудачно перекатился. Нормально. О, без рук, но нормально. Вполне себе реально. Проходи, проходи, давай. Беги, руки тебе не нужны. Облом. Я не могу голову оторвать. А, могу? Я могу оторвать голову! Она сама без рук летает! Оказывается, какой... Какой универсальный... Да что ж ты будешь делать? Универсальный солдат просто этот наш зомбатор. Витя, не бомби, пожалуйста. Ну как тут не бомбить? Да ёлки. Иди-ка сюда ты, камера, а. Ни хрена себе. Камеру можно сбить. Ну-ка давай. Шорткат. А как-то можно удлинить наш полет? Вот для чего здесь камера сделана, ребят. Чтобы можно было шорткатать в нужный момент. Давай, 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 Витя, беги! Тихо, да куда ты прыгаешь? Идиот, кусок, да как так-то? Ворота открываются, я туда сигаю. Отлично придумано. Йо-хоу! Пинг! О, чекпоинт! Чекпоинт, я иду к тебе! Yeah! Витя говорит, я смотрю тебя с начала твоего канала.
Или запрыгнет ли? Что это? Это дуло. Хорош. Какого-то человечка не нашел. Баночки не нашел. Да и пофиг, я ж прохожу посмотреть, смогу ли я это пройти. По фану можно сказать, что это какой-то гигантский клоун. Номер 4. Опа, на 7 банок просто. Ну-ка посмотрим на 7 банок. Stupid backstage game. Опять глупая задняя сцена. Ну, как это называют? О, ну, смотри, секретная дверь есть. Доги. Ух ты. 228 рублей от стелса, не вечер в хату, Витёк. Удачного стрима. Упаримся по-новому. Включи видос. Йоа. Марк Руффало. У. Extended Version. Если нет, то хотя бы трек. Однако советую. Нифига себе, смотри. Исчезающий плакат. Спасибо большое за донат. Обязательно все сделаем. Все включим. Так, перекаты наши, все, я понял. Бронебойные. О! Что это такое? А, я понял, мне нужно ноги отрезать, здесь же для дураков написано. Вот так вот я смогу сюда пройти, а я головой покатился. Ну я же не читаю, не смотрю, что тут нарисовано. Я же вот так вот очень просто прохожу по наитию. Упс. Так, ёлки, где я хоть? Ага, я правильно иду. Я правильно теку, кручусь. Что это было? Свет. Ой. Сейчас будет хоррор. Это главный жердяй, засранец. Блин. Меня опять обманули, а? Ты сделал это. Я только 4 банки нашел. А где остальные-то брать? Слушай, а мне 6-й уровень не откроется так. Какой-то злой чувак. Ну, поехали. А, здесь тоже банки есть. Просто он так выглядит очень зло. Мне кажется, это босс какой-то, если честно. Everybody loves clowns. Все любят клоунов. О, я банки нашел. Смотри, здесь можно назад катиться куда-то. Чекпоинт головой. Вот, смотрите. Значит, засчитаю за человечка. О, нифига себе! Ёлки, там пила какая-то у него на дне. Мозги. Ему, наверное, в мозги надо попасть, да? Оу. Я тут же слил. Отлично. Ну, пошли посмотрим, что это за... Да что ж такое? Я просто секреты какие-то пытаюсь найти, но их, видимо, здесь нет, да? Он там какой-то посветящийся внизу. Ну, скорее всего, это не то. Ёлки-палки, он руками еще бьет. А что мне надо сделать вообще? О, я вижу баночки. А вон, стрелка наверх. Мне надо наверх, ребят. Ну, пошли наверх. О, нифига себе! Он что, тут мне еще мешать будет, что ли? Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Опа! Пушка какая-то. Ладно, пошли еще выше. Он тоже руки свои поднимает. А, это перекатом. Так, это сейф-спот какой-то. Как эти банки-то забрать? Да куда ты? Паразит, а! Я кто-то забрался наверх. Но эти банки просто... Так,
Но здесь он просто все ломает. Хорошо, что банки не надо собирать по несколько раз, да? Какой он противный, а? Этот смех. Кто-то вспомнил про донат. Опа-опа-опа, кто-то про донат вспомнил. Птичка флегматичка, блин, твой ник меня просто убивает. Посмотри на игру, ты курил в честь. Она похожа на бордо. Так, а куда мне, ребят? А, я понял, мне нужно... А, все, я понял суть вообще уровня. Мне нужно дойти до пушки, да? И стрельнуть ему в мозг. Ну, это уже очевидно, да? Ну, вроде не так уж и сложно, кажется. Пока изи. Я боюсь, что он сейчас начнет усиливаться. Обычно такие боссы именно так и делают. Типа я ему что-нибудь сломал, он начнет чудить. Не зря же три пушки стоит. Ну конечно, вторая фаза. Начал топтать тут все подряд. Он топчет, и земля... Он меня просто раздавил рукой. Фига себе дерзость. Он бьет по земле, и это все сотрясается. Меня подбрасывает как-то. Оп, хе-хе-хе. Паркур, детка. Он быстрее крутить начал. Вот ты, блин, нифига себе. Наверное, я правильно сделал, что с верхних пушек начал. До них сложнее добраться, видимо, да? Последнюю пушку сделаем нижнюю тогда. До этой-то добраться сейчас проблема будет уже. Хоп, на месте. Хоп. Нет, 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 нет! Стоять! Нет! Блин! Слишком рано прыгнул. Да... Да иди ты в задницу! Меня сейчас начнут пригорать. Оу. Я, говорит, на геймпаде прошел игру. Слушай, люди вообще на геймпаде на плойке играют как-то в трехмерные игры. Я не представляю, как они это делают. Я как-то играл, пытался. Жесть. Не попал, не попал. Ай! Я все равно нашел свою цель. Я забрался. Каким-то ломовым перекатом каким-то, но я забрался. Тихо. Так, главное сосредоточиться. В принципе, ничего такого сложного. Просто взять и дойти, да? Не провалиться в дырочку. Теперь вопрос, банки брать или из пушки стрелять? Ну их нафиг эти банки, давай из пушки лучше залп дадим. А что он не лезет-то у меня? Лезет. И... Пу! Попал? Попал! Ох, сейчас он вообще с ума сойдет, чувствую, да? Ёлки-палки, вот долбит, а! Ну тут вообще по рандому, как тут вообще можно пробежать? Витя, беги! Ну еще быстрее крутить будет, да? Ух! Уху! Нет! Обратно. Тихо, только не дави меня, не дави меня, я жить хочу. Оп, оп, оп. Вторая попытка. Он не в ту сторону крутит. Как я перепрыгиваю, а? У меня глаза на заднице, что ли? А! Тварь! Секретка. Что это такое? Где я оказался? Ага! Нет! Не допрыгнул! Черт побери! Тут еще. Ай, 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 ай! Ага!
Гластон закрутился. Вот, о, от... инопланетная поддержка! А! Вставай, вставай, вставай! Поддержал на 250 рублей со словами. Витя, здоров, здоров. Здорово. Спасибо. Тихо. О-хо-хо! Я ж потом смогу их собрать, если что. Ну чё, держись, засранец. Прям в мозг сейчас ему. На! Готов! Йо! Победа! Пошли соберем недостающие банки. Хорош. Так, ну теперь к финишу. Главное, чтобы он руками мне не залапал. Да хорош! Я слишком большой высоты упал, он меня там прижал. Куда ты лезешь-то, боже мой? Да хорош! Как это пройти? Капец. Видимо, по кругу. Та-ра-та-та-ра-та-ра-та. Ну, наконец-то. Наконец-то, парень, иди ко мне. Ух. Засранческий уровень, я вам так скажу. Музончик прикольный. Level complete. Седьмой открылся. Погоди, я же еще в шестой не играл. Челлендж. А, это бонус левел шестой, да? Я понял, если ты набираешь нужное количество банок, то тебе бонусный уровень открывается. Я такой же звук могу издать, как чуваки, которые озвучивали это. Я думаю, для первой серии более чем достаточно, ребят. Шестой, говорит, не проходи, тошнить будет. Но это мы подумаем в другой раз. О, Алексей! Как ты под финалочку-то зашел? Алексей Малишевский поддержал на 1000 рублей со словами. Привет, отличного стрима. Спасибо. Чё за игра? Успехов в продвижении. Ну вот, Ben & Dead, спасибо тебе за пожелание, спасибо большое. Блин, взрывной донат! Мощно. А, для первой серии достаточно, я считаю, игрушка такая мясистая, а? Чувствуете? Что-то меня этим летом потянуло на хардкорные игры. Я не уверен, что это хардкорная игра. Да вы скажете, наверное, что и Cuphead тоже не хардкорная, но когда первый раз ее проходишь, это хардкорная. Здесь я чувствую тоже, мне еще придется поскакать, попрыгать, порестартить. Но если вы хотите, чтобы я это делал, не забывайте поддерживать это прохождение, если оно станет таковым. А для начала засмотрите первую серию до дыр, поставьте ей лайки. С друзьями поделитесь, чтобы они то же самое сделали. Пока на плейлист ссылки не будет, но если вдруг, то появится в описании. И до встречи. Пока.